Подведены итоги районного конкурса на самую благоустроенную территорию. Победителей чествовали в районной администрации. Ежегодно в нашем районе проводится муниципальный конкурс на самую благоустроенную территорию. Этот конкурс дает возможность каждому хозяину, будь то частное домовладение или отдельная организация, продемонстрировать свой труд, умение и мастерство по благоустройству прилегающих территорий. Позволяет найти тех, кто вкладывает в улучшение облика нашего района не просто время и силы, но и душу. Спасибо за то, что вы делаете, спасибо главам, потому что я уверен, что они где-то минимум не мешают, да? А максимум еще где-то что-то помогает. Поэтому вот ваш совместный труд, он, наверное, дает и вот такие классные плоды, которые мы сегодня можем гордиться. И все вместе будем развивать, созидать и делать наш город и наш Славянский район еще краше. Всем спасибо. В этом году в организационный комитет на участие в конкурсе поступило 78 заявок. Самыми активными стали жители Петровского, Рисового, Коржевского и Славянского поселений. Победители конкурса получили благодарность главы Славянского района, почетные грамоты, памятный подарок и цветы. Почетная грамота главы муниципального образования Славянский район вручается Ревеге Нине Владимировне, домовладение в хуторе Пригубанском по улице Комсомольская, дом 14. Конкурс проводился в трех номинациях: лучший благоустроенный двор, лучший подъезд, лучшая благоустроенная территория предприятия, учреждения, организации. В каждой номинации были определены победители. После завершения церемонии награждения для всех приглашенных гостей выступили с вокальными номерами артисты городского дома культуры. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».